Итак, друзья, нам понадобится циркуль, пластиковая трубка вот такая, лист пеноплекса, пеноплекс, скотч. Вот такая вот бумага на бивашечке, малярная сетка. Так, сейчас я хочу сделать основание, ну, приблизительно в амфоры. Приблизительно вот такое.
Амфора наша просохла. Сейчас немножко зачистим щеткой. Вот такой. От песка. И приступим к покраске. Это, друзья, у меня наведенная грунтовка с добавлением акриловой краски и колера коричневого. Здесь немножко процентов 10 присутствует краски. Так, будем красить. Так, хватит. Посмотрим, что получится. Друзья, амфору покрасила на два слоя и решила ее не покрывать другим цветом. Такой, знаете, цвет розово-кирпичный. Прям вот цвет обожженного кирпича. Мне очень нравится. И решила ее так вот и оставить. Вот в таком варианте. Пробовала чуть-чуть сделать светлее, мне не понравилось. Перекрасила на второй раз. Вот в такой вот, в такой же цвет. В общем, оставляю вот так. Вот, теперь осталось ее примерить и установить на водопадик.